Информация о светофоре, установленном на пустыре в Браге, на котором мы рассказывали накануне, вызвала широкий резонанс во всех СМИ. И сегодня мэрия прокомментировала, как на перекрестке улиц Бабича и Строителей появился светофор. Его установили согласно проектной документации, а следующим этапом предполагалось строительство дороги, но работы были приостановлены. В итоге светофор регулирует движение на несуществующей проезжей части, как сообщил Игорь Шаронов, заместитель начальника управления транспорта ДГХ мэрии. Ущерба бюджету это не приносит, поскольку употребление электроэнергии незначительное. А то, что светофор находится под напряжением, это гарантия того, что его не украдут.